Добрый день, дорогие зрители канала! Сегодня с вами EasyNote, и в этом видео мы рассмотрим, как подключить планшет к телевизору. Для подключения планшета нам понадобится кабель USB. USB с одной стороны USB, а со второй стороны у меня microUSB. Одну сторону кабеля подключаем к телевизору, а вторую сторону подключаем к самому планшету. Включаем телевизор. И после запуска телевизора мы видим, что наш планшет включился автоматически. Пишет зарядка, давайте откроем. Разрешение доступа к данным на устройстве, давайте разрешим. И видим, что устройство наше не найдено. Здесь он должен определяться как накопитель. В итоге этого не происходит. Давайте выберем устройство USB. В итоге не находит. Здесь у нас стоит передача файлов по USB. Давайте выберем этот пункт. У нас стоит передача файлов мультимедиа. Выберем передачу изображения. Может быть, передача изображения появится. Автоматически определилось как новое устройство SMT819. Фотографию он сейчас определяет. Выбираем SMT819. Автоматически определяются наши фотографии. И видим две фотографии. Одна фотография почему-то не показывает. Если мы откроем, то здесь у нас сейчас будет наша фотография. Вот первая фотография. Можем пролистать следующую фотографию и таким образом листать фотографии. Но при этом видео не воспроизводится. Только фотографии можно просматривать. У меня подключена флешка, и на флешке тоже есть фотография. Но почему-то с карты памяти не определяется. Только память телефона здесь фотографии показывает, и все.